Здорово, народ, с вами Лидас. Сегодня у нас будет чемпионат Brawl Stars. Он, кстати, закончится уже через 15 часов, поэтому надо быстрее его записать. Вот. Также у меня вот куплен Brawl Pass. Можно забрать скин на Кольта, но это будет в другом видосике. И, конечно же, саму Белль. Где она, кстати? А где Белль? 30 уровень, где эта красотка? Вот она. Окей, ладно, все, погнали. Тимы у меня нету, в принципе, пофиг. Я хочу просто с рандомами попробовать пройти. Так. Кого бы взять, даже не знаю. Ну, по идее, в осаде... Кто в осаде тащит? Надо глянуть вообще карту. Ага, карта у нас лихорадка, фабрика какая-то. Окей. Кстати, нет. Я, наверное, все-таки возьму Тика, пожалуй. Возьму Тика. У Тика у нас 6 мин. Или взять щит. Или 6 мин. Блин, ладно, возьму пока 6 мин. Ну и, в принципе, можно идти. Так, пассивочку. На ХП или на перезарядку? На перезарядку давайте. Все, погнали. Проверяем. Так. Выжимаем гаджет. Так, первый бой надо затащить. Надо затащить, я прям... Чую, как надо затащить. У нас рандомы, дурачки. Мы, конечно же, первую катку сливаем. Давай. Ну. Давай. Да. Первую катку мы почему-то сливаем. Так, три болта у нас есть. В принципе, нормально. Так, гаджет надо прожать. Так, гаджет, я думаю, сразу на их базу. Нет, только не сдохнуть, пожалуйста. Бля. Давай. Ну. Так, все, гаджет, там я туда попал. Вот вам еще бомбочку напоследок. Так. Блин. Пока идем вровень. Да вы серьезно? Блять, говно, просто говно, не режим. Это просто жесть какая-то. Всегда дауны в команде. Ну это пипец, блять, ну сука. Второй бой. Если я ни одного боя не выиграю, я этот видос просто не буду вылаживать. Это позорище. Второй гаджет беру. Пошли. Пошли. Погнали. Ой, хорош. Гаджет неплохо меня спас сейчас. Ой,
У Джина хотя бы пассивка нужная. Хотя бы Джин чем-то помогает. Да боже, Спайк, ты сдохнешь? Хорош. Спайк сдох у нас. Можно спокойно штурмовать им базу. На вам. Да боже, ну почему бомбочка не долетела? Нет, 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 это мои болты. Ой, хорош. Так, неплохо. Коль, забирай. Коль у нас забирает болтик, и мы продолжаем фигачить за Тика. Да капец, Эмс борзая вообще. Эмс, ты чё? Чё, Эмс? Не борзей так. Бля, капец, там робота просто раскромсали. Мы даже урон не нанесли. Так, окей. Погнали. Ну, хотя бы пару процентов подбил, но нам надо выиграть осаду эту. Так, мы ее выиграем, это хорошо. Да куда ты лезешь, блин? Не, ну, ладно, мы выиграли. Все, в принципе, по идее, это победа должна быть. Да, 18 секунд осталось. Робот, нанесешь ты хоть что-то вообще? Робот вообще ничего не наносит. Значит, нанесу я. По красоте вот так в конце. Все, это победа. Ну, хотя бы так, ладно. Хотя бы одна победа есть. Ой, блин, рандомы, рандомы. 300 старпоинтов. Офигенная награда. Награда просто топ. Также в этом сезоне, кстати говоря, у меня сейчас 18 тысяч, плюс в силовой лиге у меня награда будет 7к. Итого, простым математическим подсчетом, у нас получается 25 тысяч. И за 25 тысяч можно купить этот замечательный стимчанский. Нет, братан, прости, но нет. Я чемпионат записываю. Погнали. Надо этот грёбаную, эту грёбаную саду просто пройти. Дальше, по идее, должно быть легче. Так, поехали. Зачем мне гаджет прожал? Это не тот гаджет. Я забыл, что у меня не тот гаджет. Не знаю, мне гаджет с 5 бомбочками больше нравится. Да боже мой. Все, ребят, это слив. Это тупо слив. Хотя, может, и не слив. Отдефались мы более-менее. Да боже. Чем мои тиммейты вообще занимаются? Почему они на базе сидят? Хрень какая-то. Сука. И все. Эй, блядь. Блядь, добили бы уже. Все, пиздос.
Решил записать Брал, называется. Надеюсь, понятно, что я его не записываю, блин. Потому что одни маты. Сука. Вообще никто не дефает. Ничего за говно. Пиздец. Сука. Давай возьмем другого кого-то, например, Сью. Офигенный у нас противник за Рико играет. Просто замечательный ник. Это чисто мое настроение сейчас передает. Класс, я еще и убил это настроение. Классный ник, просто респект. Я еще и гаджет не прожал. Замечательно. Да блять. Один болтик. Вы не можете взять один болтик? Бесполезно дефать. Я не знаю, блядь, вылаживать это говно или нет. Сука! Ну, пиздец. Если мы сейчас выиграем, я охерею просто. Что? Мы выиграли? Что? Что сейчас было вообще? Как мы выиграли? Просто я в шоке. Как мы сейчас выиграли, блин? Да пошел ты нафиг, еще друзья просится. Как мы сейчас выиграли? Мы всирали 100% против 6%. Как мы выиграли? Я не понимаю. Как? Как это вообще произошло? Я не понимаю, как? Не, блин. Из-за такой катки придется это выложить. Такую катку, это просто жесть. Там такая катка, Андрюха. Ты посмотришь, ты офигеешь просто. Мы проигрывали 100% против 6%. И наш робот их убил, и у них осталось 2%. А было 100. Что? Что за бред вообще? Как мы выиграли? Ну, в принципе, все. Сейчас уже не выиграем, я думаю. В этот раз нам не повезет. Капец. Все. Не, все. Тут уже... Если мы только болты сейчас возьмем, разве что... Что ты там стреляешь мне своей пшикалкой, блин? Пипец. Иди сюда, Эмс. Ой, бля.
Это жесть. Это тупо жесть. Болты собираем. Ой, все, понятно. Один болт оставался. Один болт. Да все, 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 тут уже. Блин, я сейчас так опять скажу, мы опять выиграем на последних процентах. Давай. Так. Так. Ладно. Допустим. Ах ты! Вот крысёныш, а? Посмотри на него. Суперселлы, блин. Суперселлы, вы чё творите, а? Я, между прочим, 7 лет вашей компании посвятил. Куда? Куда она идёт? Нет, 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 нет. Не иди сюда. Пошла отсюда. О, всё, всё. Так, тихо. Сейчас должны закомбэчить. Блин, я буду дико орать, если мы сейчас закомбэчим. Это будет просто чудо какое-то. 13, 12, 11, 10, 9. Давай, давай, 8, 7. Да ладно, да ладно, да ладно, да ладно, серьезно, мы закомбэчили. Офигеть, 3 победы уже. 3 победы, что, простите? Что? Что, блин? Как мы вообще прошли эту дичь, я не понимаю. Горячая зона теперь дальше у нас. Одна, прикинь, я сейчас с одной попыткой пройду до конца. Это будет очень смешно. Так, горячая зона, тут... Кого мне тут брать? Я думаю, тут справа тут потащит. Эмс также тут тащит. Но я думаю, вот кого мне лучше взять? Наверное, все-таки возьму Спраута. А где у меня Спраут? Где у меня Спраут? А вот он. Я уже не могу найти Спраута. Я просто в ахере с этих рандомов. Ладно. Продолжаем. Ой, все, тут Белль, понятно, все. ГГ. Может и нет, кстати. А вдруг? А вдруг? Не, вдруг не будет. Теперь это точно сливы. Причем дикие. Ну блин. Ну, пофигу, честно. Мне так пофиг на эти старпоинты. Я и так на Салуна накопил. Все, ставим тут забор, пошли нахер. Ах вы, блин. Да, блин, все. Но нервная система не выдержит эту игру. Да все, блин. До свидания. Не хочу я играть. Ах, бля. Все. Поиграли в чемпионат. 3 победы, охеренно. Да, вот. Собственно. Это был Brawl Stars. Да? Bubble Quest. Если кто-то посмотрел мой бомбеж, я вам искренне соболезную. Вот. С вами был Алидас. Всем удачи.